Вновь стать студентами, освежить старые знания и приобрести новые. На этот раз такую возможность предоставили руководителям из сферы ЖКХ и благоустройства. В начале октября они завершили обучение в Одинцовском кампусе МГИМО. Я вас хочу поздравить с тем, что вы завершили нашу программу повышения квалификации. Сегодня такое время нужно постоянно учиться, постоянно открывать для себя что-то новое. Современные тренды, опыт зарубежных коллег. Чтобы быть успешным руководителем, нужно постоянно учиться. В Одинцовском округе взаимодействие с крупнейшим российским вузом налажено давно. Понять, какие практики успешны, какие нет. Как привлекать инвестиции в городское хозяйство, как выстраивать коммуникации с жителями, как привлекать и увлекать жителей в развитие городской среды. На этот раз свою квалификацию повысили 25 человек. Каждому глава округа Андрей Иванов вручил удостоверение, подтверждающее успешное прохождение программы. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцово».